Итак, друзья, видеодневник продолжаем. Поменяли масло. Сейчас, значит, меняем задние стойки стабилизатора. Для этого нам понадобится снять аккуратно секретку, не провернув ее. Это нужно делать в первую очередь. Дабы не рисковать. Тут ее оставим. Так, далее домкратим. Отвертывать колеса я буду с помощью пневмоинструмента, который вы можете, на обзор на который вы можете посмотреть также на канале Автогараж. Я думаю, ссылка сейчас на этот пневмоинструмент появилась на экране. Так. Пока нам это не понадобится. Опа. Вот у нас верхняя. И вот здесь нижняя. Стараюсь сделать сверху, ребята, никогда бошку вот так не суйте. Иначе ходить вам всю жизнь улыбаться. Значит, в чем плюс у меня в этой замене? После каждой замены я смазываю литолом, значит, резьбу очень обильно, жирно. Затем на этот литол налипает грязь, и резьба защищена. И я надеюсь, сейчас мне удастся выпендриться перед вами. Удастся выпендриться. И все открутится с первого раза. Если это все открутится, также мы используем боковую трещотку. Давайте брызнем на всякий случай. ЛМ. Синий или красный, нас, сука. Вот. LM40. Видите, альтернатива ВД стоит дешевле в 2 раза. Так, переключаем. Огонь. С нижней начнем, попробуем нижнюю. Блядь, а на сколько что? 14 что ли? Да, на 14. Вот используем простую головку Force. А? Как вам, друзья? Видали? Вот оно. Бля, здесь не подлезть, представляете? А если через переходничок? Друзья мои, обидно. Придется дрынькать вручную, блядь. Да и вручную что-то здесь. Вы скажете, такого не может быть. Ну, ребята, это все откручивается вообще на ура. И если вы... Есть машины, которые постоянно ребятам обслуживаю, седы тоже. Я там все постоянно смазываю и вам вообще рекомендую. Никакого геморроя. Никуда ничего не нужно вставлять. Нужно только в яму слазить за ключом. Вот стойка. Вот она, вот эта часть пришла в негодность. Верхняя часть вообще застыла. Видите, какая ситуация? В яму. Для KIA Cee'd используем такие стабилизаторы CTR. Говорят, Корея аналог. Пожалуй, установлю я вам снизу. Будет более наглядно видно. Вот, надеюсь, вам сейчас все видно. В комплекте у нас две гайки. Все, заргут. Вверх-вниз, лево-право, разницы нет. Так. Все время разные гайки почему-то у нас на одних и тех же стабилизаторах. Немножко надо отогнуть. Вот так. Все. Вот оно, мое секретное оружие. Все на него делаю на лету. Прокладки сажаю на лету. Какие-то уплотнительные. Вот. На двинаре даже себе когда-то прокладку головки цилиндров сажал, налетал. Чё, вообще отлично. Он плотнее, чем масло, но эти все вещи, скажем так, останавливает. Вот и все. Сложно вот что? Сложного ничего. Ничего. Вот отсюда бы, да? О, подлезем. Переключаем. Огонь. А, огонь, да? Вообще без напряга. Чудеса, да и только, ребят. Вот и готово. 15 минут, я рассчитывал на полчаса. Так, ну все, друзья мои, опа, прикручиваем колесо. Можно еще что проверить, износ задних колодок, да? Диск, у нас он с одного времени не работал. Тогда у нас не было камеры, мы не вели видеодневник, но тем не менее. Все, мы прикрутили стабилизаторы беспроблемно. Сейчас мы установим колесо. Так, где наша трещотка? И на этом сегодняшний видеодневник. Такие новые будут серии видеодневников. Несколько машин, которые я буду обслуживать. Я думаю, вам будет интересно, как обслуживать, что у них ломается, как часто это все ломается, какие механизмы обслуживания я применяю, как я все делаю, правильно, неправильно. Комментируйте, давайте дельные советы. Пожалуйста, не пишите оскорбления. Если я что-то делаю неправильно, просто скажите, что вы, молодой человек, делаете это неправильно, разумно будет сделать так-то. Я буду вам за это очень благодарен. Может быть, дадите дельные советы какие-то по маслу, значит, по смазкам, вот по таким вещам, что лучше использовать, чем гаечек, как можно было намазать графиточкой -то, либо еще чем-то, понимаете. Может быть, какую-то фирму стабилизаторов выбрать. Фирму я знаю хорошую, Алисфердер, многие не согласятся, но тем не менее эта фирма очень хороша. Вот. Тоже решать лично вам. От вас я жду комментариев, советов и вообще, как вам такие видео, продолжать ли мне видео-дневник по KIA Cee'd.